Феерия воды, света и музыки. В Саратовском цирке начались гастроли уникального циркового шоу на воде. Как укрощают водную стихию на глазах сотен зрителей в нашем следующем сюжете. Гимнасты и пловцы, играющие фонтаны и водопады, причудливые подвесные механизмы. Но главный артист этого циркового шоу – вода. 180 кубометров H2O укротили и заставили творить чудеса. Техническое оборудование для циркового шоу на воде в Саратовском цирке монтировали неделю. Самый главный элемент – бассейн в виде незамкнутого кольца. Организаторы ручаются, что такой бассейн просто не может дать течь. Чаша глубиной 1,25 м покрыта гидротканью, которую на заказ делают на одном из российских заводов. Вода обычная из пожарных гидрантов. Мы ее потом очищаем, она циркулирует. Вот до такого уровня, когда она кристально чистая. Она у нас стоит постоянно и циркулирует в замкнутом цикле. Через песочные фильтра, ультрафиолетовое обеззараживание и подогревается и попадает снова в бассейн. Программа цирка на воде очень сложна технически. Инженеры и программисты сводят партитуры фонтанов, света, музыки и подвесных механизмов. Номер со стеклянными шарами – это квинтэссенция всего представления. Изящное воплощение детского сна об эльфах и сказочной стране. Солистка этого номера, девочка в шаре, работает без страховки. Риску добавляет мокрая поверхность стекла. В номере есть особо сложный элемент. Когда раскрывается шар, очень страшно, что нога может соскользнуть и упаду. Нужно очень сильно напрягаться, расслабляться там ни в коем случае нельзя. Одно неловкое движение и все. Неосторожных движений желательно избегать и дрессировщику рептилий Александру Шаповалову. Говорит, его подопечные тигровые питоны в принципе не поддаются дрессировке, хотя и привыкают к рукам. При этом змеи вполне натурально начинают душить дрессировщика, когда обвивают шею кольцами. Своя специфика и в работе с нильским аллигатором. В 17 лет зубастый уже весит больше центнера. Оказавшись в воде, такая рептилия в несколько раз опаснее. И дрессировщик идет на хитрость. Это вроде как его стихия. Он там порезвее и поагрессивнее ведут себя. Там приходится его ниткой капроновой завязывать, пасть перевязывать. Программу циркового шоу на воде воплощают 45 артистов. На первых позициях акробаты, воздушные гимнасты и мастера синхронного плавания. Но по законам циркового жанра не обошлись без клоунов, жонглеров и фокусов. Цирк на воде будет гостить в Саратове в течение месяца. Юлия Шишкина, Алексей Фенин, РЕН-ТВ, Саратов.